А вот пострадавшего в аварии 7 июня сегодня эвакуировали в Москву. В 11 часов в аэропорту Чебоксар приземлился Ан-148 МЧС России. Спецборт, оснащенный медицинским модулем, совершил перелет из подмосковного Раменского, чтобы эвакуировать тяжело раненого в автокатастрофе 26-летнего жителя Ульяновска. Молодой человек попал в аварию на федеральной трассе М7 в Ядринском районе. С тяжелой травмой головы и многочисленными переломами водитель находится в реанимационном отделении БСМП столицы республики. Врачи доставили пострадавшего до борта самолета. На аэродроме его встретили медики Центроспаса и Всероссийского центра медицины катастроф и защита. Родственников пострадавшего сопровождал психолог Центра экстренной помощи МЧС России. В полдень спецборт вылетел из Чебоксар в Москву.